приветствую на Яблоктюб. Хотели бы вы иметь доступ ко всем основным переключателям iOS прямо с экрана блокировки? Если да, то устанавливайте Jailbreak Tweak Lock Screen Toggles и пользуйтесь всеми его функциями. Как видите, Tweak добавляет 5 переключателей на экран блокировки. Изначально это Respring, включение и выключение вспышки, Wi-Fi, Bluetooth и режим не беспокоить. Доступ к переключателям осуществляется довольно просто. Это обыкновенный боковой свайп по часам. Tweak работает и при запущенном плеере. Изменить переключатели можно прямо там же на экране блокировки. Для этого достаточно сделать свайп сверху вниз по любому из переключателей, и вы увидите выпадающий список со всеми возможными тоглами. Первые 5 переключателей в списке это и будут отображаемые на экране блокировки. Помимо них присутствует еще несколько переключателей. Чтобы добавить или удалить любой из них, достаточно просто перетянуть его на нужную позицию. Автор посчитал, что настраивать в Tweak больше нечего, поэтому решил не добавлять новый пункт в меню настроек iOS. Tweak Lock Screen Toggles доступен бесплатно в репозитории InstaNail. Мы очень благодарны всем, кто оставляет комментарии и лайки, а также подписчикам нашего канала. С вами был Артём, специально для Яблоктюб. Пока!